can bring you vibration of the Carpathian Mountains. I can bring you the vibration of our hearts, our heartbeat, the rhythm of our heart. Подивися, в мене жовто-блакитний прапор і білоруська стрічка. Це означає, що я вірю, що цей шлях іде не через дороги, а через наші серця. Я точно знаю, що Білорусія – це незалежна, красива і вільна країна. І я знаю, що цей шлях буде. Починаємо рух за такий шлях свободи і незалежності, який прокладається в першу чергу через наші серця. Каждому процессу, чтобы он начался, да, неважно какой процесс, или физический, или химический, или социальный, да, нужна какая-то критическая масса. Критическая масса, она может, ну, там, 1% отличаться, и она уже не собирается. Может быть, какого-то процента не хватило, какой-то процент людей был нерешительный, что еще, значит, не дошло до точки кипения. Hello, hello. В Беларуси в 2020 году общество было готово заменить президента на другого, но не было готово изменить всю систему в корне. Вот сделать революцию, чтобы вот это все совковое, вот, чтобы оно было бы уничтожено. Не хватило, мне кажется, мечты, не хватило мечты больше, чем свергнуть диктатора. Все-таки высказать, открыто высказать свою решимость быть независимостью, независимым от России, независимым от этой тоталитарной системы. Мета, якая была визначена, для некоторых она была ясная, але для шматликих, мне кажется, она была не окреслена. У сенсі таким, що, ну, ходили ми, ходили. Але чого ми так насамреч хочемо? Білорусам не треба як-то, ну, чувствувати це такий, ну, як би комплекс, що вам не повезло, тоді свергнути Лукашенка. В принципі, це було невозможно, тому що не було політичного контекста. В 80-е было такое время пышных похорон, когда начало меняться эти генеральные секретаря. Вот этот контекст, горбачевская эта вся перестройка, она освободила людей от страха. Как бы появилась такая потребность в неформальной культуре. Мы жили в таком социуме, где нам всегда хотелось жить в прогрессе, который происходит в мире. Хотя наше понятие об этом прогрессе было не такое, как бы, очень рассеянное. Мы просто играли пост-панк-рок. Это было такое время. Это настоящая постмодернистическая музыка. Это полный индепендент, это совершенная альтернатива для классического рока. Конечно, фильмы смотрели, ну какие мы там доставали. И очень интересная была смешанная такая коллекция у всех. И эти кассеты же, они мигрировали с дома с дом. Поэтому мы получили очень интересный этот, ну, как бы разрез этого мира, о котором мы мечтали. Он существует действительно, там такие машины, там такие люди, там такие приключения. Как у нас было все серое. И мы постоянно вот стремились к тому, чтобы это все серое как-то разбавить, и плюс это был, конечно, протест.
Эти года, 1989 и плюс-минус один год вперед и назад, вообще для молодых людей были очень интересные. Даже для таких детей, как я. Мне было 11-12 лет. То есть мы ходили в школу со значками Союдиса, мы рисовали наш новый триколор и понимали, что мы являемся частью какого-то больших перемен. Мы сидели перед телевизором и смотрели первый съезд Союдиса, что вообще, наверное, сейчас в уму не укладывается, как вот 12-летний пацан смотрит съезд. Объявили, что мы горбачевцы, и что мы поможем Горбачеву сделать перестройку в Литве. И объявили, что это будет Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, литовское движение за перестройку. Это очень успешно как бы было соединено формальное и неформальное. Ведь часть инициативной группы были коммунисты, были такие уважаемые люди, были самые успешные поэты, художники, писатели, физики там или, скажем, там, цвет. У меня всегда была мечта, чтобы Литва была свободна. Но в той ситуации даже не верила, что может так быть. И вот действительно, когда сложились уже так обстоятельства, появился Горбачев, какие-то там подводные воды начали ходить во главе Советского Союза там, это уже потом стало целью. И потом вот все-таки оттепель пришла, и никто не знал, как что делать. В принципе, так все знали, что уже все, уже если не сейчас, тогда будет проблема. И вот тогда вот это все и понеслось. В новейшей истории Литвы есть, наверное, три ключевые события. Это Балтийский путь, это объявление нашей независимости 11 марта и 13 января 1991 года. Вот эти три события как бы войдут в историю нашей страны. Балтийский путь, он из Латышского фронта, наверное, эта идея пришла, что надо сделать вот такой Балтийский путь и всем участвовать. И это была такая очень удачная идея, потому что она вовлекала в себя очень много участников. С другой стороны, это было так красиво, просто взяться за руки в одну цепочку и показать солидарность всех прибалтийских народов. Изящная, я бы сказал, идея. И она войдет вообще в историю человечества как одна из самых красивых мирных акций за свободу. Люди понимали, что они сделали что-то невероятное, и когда я с перспективы наших дней смотрю на это, как это можно было сорганизовать без социальных сетей, без поддержки телевидения, без поддержки там больших рекламных бюджетов, так как мы привыкли делать мероприятия. Тогда не было интернета, и он организовался, можно так сказать, и по каким-то листовкам, был бы сам издат какой-то. Но самый роковой час подсоединилось и литовское радио и телевидение. И вот Балтийский путь как раз начался здесь. Там стоял человек, он рукой держался за этот флагшток. И цепочка отсюда начиналась, шла вниз, к кафедральной площади, и продолжалась до главной площади Таллина. Это 600 километров,
Это миллионы людей просто взяли за руки. Там заняло несколько часов, чтобы все люди встали. И уже когда был час, когда зазвенели все колокола Вильнюса, и это было просто, это забыть невозможно, потому что все костелы, все колокола звенели в этот момент, когда люди держались вот рука за руку. И это продолжалось всего несколько минут. Колокольный звон и тишина. Моя вся семья была, и наши соседи были, мы вместе ехали, большой компанией. Так что, как у нас были машины, так мы были уже немножко такие более продвинутые, мы могли самостоятельно ехать. Автопарки давали автобусы, давали всякую транспортировку для людей, у которых нет способа доехать. Автострада, она же была не закончена. Ее открыли, ну как, даже не открыли, ее прогрейдерировали, просто чтобы завершить этот вот, ну, путь. И тогда вот все люди встали в колонны, и они поехали. И было распределено по секторам. Значит, с этого городка вот этот сектор, с этого вот этот, потому что с Вильнюса ты не доедешь, там, не знаю, 200 километров. Было тепло, и там, конечно, эти старые машины все закипали все. Потому что ты стоишь в таком полупробке постоянно. Там был все-таки вот эти три точки, замок Гедиминаса, наша кафедра и здание Саюдиса, где люди собрали все цветы, перенесли просто гору цветов, которые погрузили в самолеты и потом бросали по всей дороге Балтийского пути. Весь народ, они их призывали, и они так и делали, они принесли с собой все, кто мог, радиоприемники транзисторные. И вот, все, вот, потому что, как сейчас мы думаем, вот музыка какая-то звучит, что-то, а там ничего, какой-то звукосистемы никто не привозил. Типа радио и вот такое вот, такое спонтанное, ну как, не совсем спонтанное, но все равно было как-то организовано. Передавала литовское радио, национальное, тогда же советская еще была Литва, где там какие-то заторы, как ехать, как проехать, что, координировала это все движение даже. Так что, ну, надо себе представить, это было всенародным абсолютно фестивалем, и все в этом участвовали, и все были рады, и все были абсолютно счастливы в тот день. Jie sakė mums, jūs negalit būt stiprus, nemokat laisvi būt, bet mes žinom geriau, nes tai apie mus, apie viską, kuo tikim, apie ugnį ir kraują, apie mūsų vaikus. O laisvė mūsų kieme. Начало августа 2020 года мы каждый день следили за тем, что творится в Беларуси. Все понимали, что выборы нелегитимны. И когда начались протесты, вся Литва поддерживала народ Беларуси. И к этому времени подходила дата Балтийского пути. Начали мне писать и латыши, и эстонцы, и литовская диаспора, и белорусская диаспора в Лондоне. И за три дня у нас уже было там 10 или 12 других городов в мире, которые тоже будут подключаться в этот день. Ну и потом там уже такая, как снежная лавина покатилась, но все равно литовский путь свободы остался как бы центральной осью, потому что, ну, он был самый огромный и, наверное, самый такой впечатляющий. Было очень радостно, что очень много людей собиралось со всей Литвы, приезжали не только из Вильнюса. И действительно очень много людей было. Эта полоса людей не тонкая даже была, не то, что там в некоторых местах и тонкая была, но было где и толстая полоса, по несколько людей стояло в очереди.
в замке Мядиненко был такой большой концерт, и там был этот наш небольшой путь до границы, где мы сцепились в одну цепь. Ну, была очень красивая акция, тоже участвовал, да. Это очень важно, что мы высказали свою солидарность с народом Белоруссии, потому что это же искусственно создается как бы такой образ врага, что Запад нами руководит, и мы вражески настроены, и чуть ли не хотим напасть на Беларусь. Но это все ложь и чушь. Как бы посыл усяго гэтага шляху з Вільні да мяжы з Беларусі быў адзін, а менавіта, што мы салідарны з беларусамі, якія імкнуцца да таго, каб самім рашаць пра справы сваёй дзяржавы, свайго народу, каб быць свабоднымі. Гэта быў момант, які падымаў душу і сэрца, і розум, і расвятляў усё тое, што цёмнае, даваў надзею. Я думаю, што гэта таксама разумелі і беларусы ў Беларусі, якія ў тым часе машыравалі таксама ў Мінску, ў іншых гарадах, каб сказаць сваё ненасіллю, маніпуляцыям і ўсяму, што супярэчыць свабодным і дэмакратычным стандартам жыцця ў свеце. Была такая надежда з самага начала, што мы да граніцы, потом этот ничья зона, и потом уже цепь продолжится от границы, может, до какого-то населенного пункта или, может, до Минска. Но это была фантазия, это была фикция. Когда мы начали говорить с нашими белорусскими друзьями, с коллегами, журналистами, они сразу сказали, что это будет нереально, потому что люди не встанут. Это раз. А второе, что все же наше, все внимание там было на протесты в центре Минска. Было очень трогательно, когда к этому подключились наши отцы, которые были на оригинальном Балтийском пути, и они сказали, это будет наш шанс показать нашим внукам, что мы чувствовали в том далеком году. И тогда я уже понял, что все будет хорошо. Я хвалявался, что это, скажем, подъем, магчыма, не досягнет своей меты. Хоть мета якби была достатково окреслена, але ну так отбылося, як отбылося. У меня как бы очень хорошие новости для Белоруссии, что очень в скорой перспективе у вас будет возможность создать демократическое нормальное государство. Будет опять возможность, как было в 91-м году. Знаете, есть такая фраза, мне она очень нравится. Она звучит по-английски. Price of freedom is the eternal vigilance. Цена свободы – это твой долг стоять на страже. И все время стоят на страже. И я думаю, что это и будет вот такая цена свободы. Мы это перешли. Наша страна понимает, что мы должны стоять на страже. Это понимает и Европа. До войны в Украине как-то все на нас смотрели странно. Зачем тут балтийские страны рыпаются? Можно ведь дружить с Россией. Оказалось, что мы были правы. Я думаю, то же самое будет и с Белоруссией. Это будет тоже цена свободы. Пройдет время, пока Европа приспособится к этому, что Беларусь — это не последняя диктатура,
а первая демократия. Наши истории очень связаны. Эта ночь пройдет, и мы будем вместе. И мне кажется, что было очень правильно, что мы все-таки вытянули руку Белоруссии. К сожалению, сейчас вы это не могли, как взять нашу руку. Но наша история говорит, что никто и ничто не может остановить желание быть свободными. Ни пытки, ни Сибирь, ни убийство тела, ничто не останавливает. И я думаю, что вот это просто не нужно бояться. И нужно говорить правду. Вот эти два оружия помогли после войны, в сталинское время. Сейчас они, мне кажется, помогут и сейчас. За 50 лет оккупации Советский Союз пытался загнать в угол литовский язык, но ему это не удавалось. Ну, у нас уже есть такие исторические параллели. В конце 19 века на 40 лет у нас был отнят наш язык, наши книги, наша литература. Это уже царская империя это сделала. Так что мы понимаем, что за наш язык мы должны всегда бороться. Литовцы никогда не говорили, если ты литовец, ты никогда не говорил в семье по-русски, потому что ты в семье говорил по-литовски. Если у тебя смешанная семья, тогда чаще всего говорили по-русски. Просвещение, эдукация – это самое главное. Как детей воспитаешь? Если воспитаешь детей, что они говорят только по-русски и чуть-чуть по-белорусски, так в школе учатся все предметы, да, на русском, так, конечно, они будут русские. Это однозначно. Так что тут надо очень глубоко копать. Надо создавать белорусскую школу, которая вот от детского сада до высшей школы, все предметы идут только на белорусском. То, что сделал Лукашенко для вас, что он сделал этнографическим, неактуальным белорусский язык, это очень большой вред для народа, для нации. Одно из приметов того, что кто-то лечит себе одним народом, это супольная мова. Мова белорусов белорусская. Але, напевно, коли думать про справу народа, как нации, мова была б чимсь, чтобы объединяла. Я это бачу у досвіце костёла. То, что костёл отважился и увёл у литургию радикально белорусскую мову, и яе трымается, яно моцно об'ядновує супольность костёла, як такую, даючи тоєсность так само гэтаму костёлу, як частце костёла повсюдного. В нашей борьбе за независимость, мне кажется, вера сыграла ключевую, самую важную роль. Костел был единственной организацией, которая не коллаборировала с оккупантами. Их высылали, их убивали, пытали, закрывали. Какая вера не была бы, она была уже знак того, что ты не согласен, что ты выбираешь другие какие-то ценности, назовем это авторитетами. То есть, если у тебя авторитет там какой-то католическая церковь или православная, или староверная церковь, ты по-любому не совсем советский человек, потому что у тебя не может быть другого авторитета, как советская власть. И в таком случае это уже ты становишься немножко уже не поддающийся этому муштру. Нужно верить, что есть свет даже в самой кромешной темноте, и что возродился этот костел. Это триумф
триумф правды и триумф веры. Веры в справедливость и свободу. И вера в том, что зло, оно не вечно. И все-таки приходит день, когда добро и побеждает его. Сперва протестные это движения включались только, ну, скажем, такие более творческие интеллигенции, как бы и в Литве было. Другие так смотрели с таким, ну, скажем, подозрением. Как... И чем дальше, тем больше это уже обрастало и развивалось. Ведь правда ведь? И пошло по всем дворам, по всем улицам. Люди познакомились наконец. Люди... стали, ну, проактивным народом. Это главное, что вы завоевали. Это никуда не делось. Это есть и ждет своего времени. Люди своим менталитетом очень похожи на нас. И вообще мы можем сравнить, как жить при Советском Союзе и как жить в свободной стране. Мы, конечно, этого желаем и своим соседям. А мы же видели и знали, что Беларусь отнюдь не свободная страна. Свобода, она как воздух. Если свободы много, ну так и если воздуха много, ну кто это замечает? Это нормально. Кто же будет говорить о воздухе, когда вокруг столько воздуха? Правильно ведь? А когда вот тебя душат и воздуха нет, тогда все... заботиться о воздухе, да. Я чекаю, когда Беларусь будет свободной. И верю, что будет.